Евгений Моргунов был знаменит на весь Советский Союз. Он считал себя баловнем судьбы, о такой жизни можно было только мечтать. Но вот и в его семью пришло горе. Младший сын, Николай, погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет. Евгений Моргунов постоянно ругал сына за слишком быструю езду, но тот совершенно не прислушивался к отцу. По официальной версии, парень заснул за рулем. По словам супруги актера, он впервые в жизни был в отчаянии. Даже не мог подолгу находиться в доме и старался всегда быть на людях. В 72 года у Евгения Моргунова случился инсульт, и он умер ровно через год после гибели сына.